Арти-25 представляет. Зачем тебе столько дней примы? Дай мне чутка. Да я бы и голду бы раздал бы. Если б можно было. Рокки, Денис, привет. Серж, здорово. А где будут засветы? Походу нигде. Не, ну сюда я не смогу. Ладно. Примерно в эту сторону куда-то. Сколько по времени стрим планируем? 3 часика, я думаю. До 10 постримлю сегодня. Ну, не 12 часов точно. И не 15. Ладно, слева никого. Теперь столько урона. Столько урона, кстати, можно быстро сделать довольно-таки. Хорошая идея для марафона, но это такой мини-марафон. Столько урона. Если в среднем у тебя средуха 200, но это типа 50 боев. Чуть меньше. Микроник, добрый вечер. Но это 6-7 часов игры. Ну, можно на самом деле, да, такой мини-марафон сделать. Это прикольно. Можно 200к урона. Вячеслав, как? Добрый вечер. Ну давай, быстрее ТДшься, пожалуйста. Столько урона на левше. Звучит как что-то нереальное. Что-то я ждал-ждал, и в итоге... Ладно, в итоге я забрал, но надо было чуть раньше кидать, наверное. Наверное. Не уверен. Не, не, ну реально, да, вопрос времени. Вот этот ВП, как будто никто ее не видит, знаете, обходит. Столько урона ББшками. Ну, извращенство. Не пробил, не попал, точнее. Не попал, не пробил. Ай. Блин, мази никакой нету. Тут помазаться. А может, это была у меня мазь. Блин, только сейчас мысль пришла, что можно помазать там шею. Заодно пофармишь. Надо на огнемете фармить. На огнемете очень выгодный фарм. На левше, не знаю, за 100 боев, допустим, на левше. Но дай бог нафармлю лямов 10. Не знаю. Ну, типа, это такое себе. Это слабо. Блин, я сейчас, короче, пойду мазь чекну после боя. Ладно, подождете. Бомбардир, подожди. Я этого ради бомбардира. Ради бомбардира сейчас трусы порву на себе. Давай, поехали, поехали, поехали. Пожалуйста, чуваки, как-нибудь подставьтесь под меня. Понял, принял. Бомбардир отменяется. Слабо, Алексей, слабо. Не, иметь нельзя, надо, чтобы было это, чтобы был покой. Нарезку начал делать? Да нет, конечно.
Я думаю, что те моменты я просто пущу в месячную нарезку и все. А то потом месячная не соберется опять. А так она хоть большая будет. Ну, минут на 10, наверное. И нормально. Бабахи. Куда? Ну куда? Ну куда? Взял, уехал. Подожди. Сейчас он может ошибется? Нет, нет. Может рассодротнуть? Нет, да, фош ошибается. Блин. Ладно, понял, принял. Еще здесь все плохо. Может быть, по хоре успею, надо будет заднюю давать. Или куда-то вот сюда уже. Нормально. Вчера Денису Лазареву сказал, что у тебя было пробитие бока. Он удивился, очень давно не видел торты. Денис. Денис Лазарев? А кто это? Кидать, не кидать. Блин, он отъехал. Ну, лалка. Лалка я мог бы подождать. Сейчас бы уже забрали, я бы уже перекатывался бы, чтобы ПТшку прокидывать. Черт, все, отпустите меня за мазью. Короче, плечом даже чуть-чуть веду и отдает. Хрень какая-то, не знаю. И это, просто чтобы вы понимали, это не после стрима. Вчера у меня все было хорошо, это я сегодня проснулся. Хрень какая-то. Вот. А зачем вот этот чувак один на троих полез? Он типа супергерой или что? А, ну походу он там забрал всех. Почти. Попробую сюда сдать. О-хо-хо! Ничего себе! Рандом или скилл? Надо, короче, объезжать фашкам. Поехали. 4 фрага уже. Изим. 4 фрага, 3 ка урона. Ну, микроник, честно, не знаю, кто это. Ну. Просто не знаю, ладно. Я сначала подумал, что это стример какой-то. Просто интересно, какой у тебя автомобиль. У меня сит 14-го года. Сергей, привет. Когда делаешь нарезку за октябрь? Еще за сентябрь торчу. Ну, там совместное будет. Ладно, поеду направо. Ну, они сейчас его обойдут. С двух сторон, правильно? Правильно. Ну, сейчас черетер, наверное, выйдет на фаша, умрет, а потом что ПТК будет очень долго думать. И вообще фош потом поедет и победит всех. Думаю, может оглушающий дать. Один вроде есть. Почему бы не закинуть? А куда уехал фош? Ну его тут ничего нету.
не понял. Если он был бы тут, он бы уже бы черетера бы убил, если бы тут бы стоял. Странно. А что за хрень? Вон он. Ничего себе. Ну я, кстати, как раз взял оглушающий, сюда прокидываю. Эй. Вот, мало, да? Не знаю, Сергей. Не, на захват я микроник не проеду, он меня сейчас обойдет. Уходите с этой позиции. Чувак, я долго кдшусь. У него 1100 урона. Ой, урона, господи, хп. Просто главное, чтобы фош сюда не поехал. Как его оттуда выкуривать? Он, кстати, грамотно встал в эту позицию. И он знает, где я нахожусь. И он будет от этого отыгрывать. Ему ШПТК, грубо говоря, на две тычки там. А фош трехзарядный. Будет хреново, если сейчас на меня фошек вылезет. Давай сделаем по-другому. Цель захвачена. Оставить цель. Я же сюда смотрел, прикинь. Надо было продолжать смотреть. Блин, ошибка. Сейчас бы тычку бы дал. Ну как так-то, фош? Ты гонишь, чел? Ну что, что, какие ты тайминги поймал-то, чел? Просто... На перекатке меня подловил, но не специально, конечно, он это сделал, но это вообще забей. Я пока думал, пытался что-то позицию занять, надо было вот типа дураком просто стоять и смотреть на него. Два раза было, был шанс кинуть. А ШПТК, ты в курсе, что он уехал, нет? Или ты на миникарту не смотришь? Это что за кек? У ШПТК там нормально все с головой? Я сейчас солист, наверное, он меня увидит. Тайминги. Просто глупые тайминги. Он не попал в меня? Капец, я один на один с ним остался. И что делать? Что делать-то? Он ко мне едет? Ха! Вы чё? Вы чё гоните? Ну, по углам вроде нормально. Хороший первый бой. Зачетный. Зачетный. Ну, вот, типа, спасибо Фошу, что он поехал. Фош бы не поехал, была бы ничья. Потому что мне на него ехать было, ну, это самоубийство сразу. Нормально.
Фух. Ну, конечно, там он подловил меня в паре моментов. Ну, 5900. Красава. Накидал. Окей, 4300, есть первый урон. Фраги пробития. А кого я пробил? Я арту пробил, да, наверное? Да, я пробил арту. Ок, ок.